Чехи в атаке. Передача в штрафную. Падение в штрафную. И что, пенальти? Да. 15 номер Сикора делал передачу в центр. Раз пенальти заработал. Итак, разбег 1-0. Чехия. Литвы. Атлантас не попал даже в тройку. Тракай и Судува заняли второе и третье места. Сборная Чехии забивает второй. Мяч оказывается вот так вот, мы его пропустили, но успели нагнать, что называется, повтор. Удар в дальний угол. Якуб Янкто, 14 номер, этот гол забивает. Работают литовские защитники, с ними справляются. Ну вот, попытка, это диагональ. Скорее перевод, скидка в центр и 3-0. Счет. Хорошая скидка головой. И дальше Кременчик не бьет сразу, а на грудь мяч принимает. И дальше успевает протолкнуть мимо голкипера этот самый мяч. Вот так вот в третьем матче за сборную нападающий клуб Витория Пльзень Михаил Кременчик забивает свой третий, второй мяч. Надо сказать, что в Виктории Пльзеньской он очень долго не мог пробиться в состав. Его постоянно отдавали.